Добрый день, уважаемые гости моего канала. С вами снова Алекс. Я рад вас приветствовать. Сегодня я вашему вниманию хочу предложить куриный суп с гречкой. Несколько необычное блюдо, но я думаю, что оно вам понравится, если вы его будете готовить. Итак, друзья, поехали. Для приготовления нашего супа нам потребуются следующие продукты. Для бульона порядка 800-900 грамм курица, полтушки. Одна большая луковица, одна большая морковь, картофель порядка 1 килограмма, гречка, 1 стакан, соль и 4-5 небольших листочков лаврового листа и где-то 10-12 горошков черного перца. Начнем варить наш суп. Первым этапом мы наливаем в нашу 5-литровую кастрюлю порядка 3 литров воды. Кладем в воду, промытую под проточной холодной водой, нашу курицу. Ставим на огонь и будем варить порядка 1 часа 10 минут, чтобы курица хорошо-хорошо проварилась. Пока наша курица варится, мы с вами займемся овощами. Овощные в сборе. Сейчас начнем поджаривать лук и морковочку. Любая овощная продукция, любой овощ, когда он поджарен на сковородочке, он дает более интенсивный, более пикантный вкус в изделии. Поэтому всегда повара рекомендуют овощи, которые кладутся в суп, немножечко поджарить. Так же считаю и я. В нашу сковородочку наливаем масло, порядка 2-3 столовых ложек. Чуть-чуть ее разогреем. Сначала давайте засыпем лук. Полезный продукт, нужный продукт, но такой он с характером. Теперь добавляем морковь. Сейчас мы ее будем жарить на сильном огне минут, наверное, 10-12. Посмотрим по состоянию готовности. Но курица еще у нас варится, поэтому снимаем с огня. Пусть потихонечку настаивается, остывает. Прошел 1 час 10 минут. Наш бульон с вами сварится. Аккуратно вытаскиваем нашу курицу с бульона. Отправим ее остывать и на разделку. Затем мясо вернем обратно в суп. Теперь доводим наш бульон до кипения и засыпаем в наш бульон гречку. Полное время варки гречки — это 20 минут, но через 15 минут мы засыпем с вами картофель. И гречка будет уже доходить, довариваться вместе с картофелем. Вот она какая. Отлично. Давайте с вами посолим наш бульон. Теперь берем нашу картошку и запускаем ее в бульон. Бульон у нас сейчас имеет такой коричневатый цвет за счет гречки. Не очень красивый, на мой взгляд. Но когда мы с вами туда запустим нашу поджарку, то он радикально изменится на темно-золотистый. Поэтому вот еще один плюс, когда мы поджариваем наши овощи. Запустим наш лавровый лист, 6 небольших листочков. Добавим вот 12 горошков черного перца. Ждем закипания нашего бульона. И будем варить его до готовности картофеля. Ну, я думаю, это 5-7 минут. Так, прошло у нас 7 минут. Смотрим, что тут у нас с вами. Давайте сейчас добавим сюда нашу поджарку. Видите, сразу как превратился наш суп из какой-то гречневой массы, видите, в темно-золотую, красивую консистенцию. Вот, что значит поджаренные овощи. Пока у нас варилась картошка 7 минут, мы разделали с вами курицу. Отделили мясо от костей. Благо у нас есть собакин, которому мы отдаем отбросы от курицы. Это кожа, хрящики, косточки, но не трубчатые, мы отрезаем их. Так что у него сегодня тоже у нас полакомится. Все аккуратно перемешаем. Сейчас доведем наш суп до кипения и покипятим минутки 3. Покипятить обязательно, иначе что-то, если у нас там не до конца прошло термообработку, так как было остывшее, то суп потом может у вас закиснуть. Прошло 3 минуты, вот у нас такой получился с вами вкусный, наваристый куриный суп с гречкой. Можно его подавать прямо сейчас на стол, не надо настаиваться, все, он у нас с вами готов. Ну вот, друзья, мы с вами сегодня сварили куриный суп с гречкой. Очень ароматный, хорошо пахнет и курицей, и гречкой. Очень красивый на внешний вид. И очень полезный и питательный. Практически это диетический суп. Курица, бульон и гречка. То есть те компоненты, которые очень легко усваиваются организмом и которые очень полезны для нашего организма. Как всегда у нас на дорожку небольшой на посошок анекдот.
Жена говорит мужу: дорогой, а не поиграть ли нам с тобой в ролевые игры? Давай представим, что мы с тобой в публичном доме. Ну что, дорогая, я не против. Если у тебя есть такое желание, давай поиграем. Мужчина, вы не хотите провести прекрасное время с прекрасной женщиной? Извините, а у вас нет что-нибудь более приличного? На этом я с вами сегодня заканчиваю, прощаюсь. Рекомендую вам свое блюдо. Жду от вас лайков, жду комментариев. Пишите и оцените мой скромный кулинарный труд. До новых встреч, вам приятного аппетита и крепкого здоровья. С вами ваш Алекс.